Ну, по-другому никак. Ну, да, там можно было мост, сюда, но так, да, так, там мост, а там Артема перекрыто. Крутится, да. Он через Чапаева сюда. Через Чапаева и поедем, вариантов нет у нас. Там... Да, 40 лет и... А тому 34 вообще. Молодой парень, только молодой. Недавно ребенок родился. Ну, Седой пришел, да? Когда это кончится? Да все этот вопрос задают, но как послушаешь по новостям, не скоро это кончится. Да, ну вот у меня он сосед пришел в отпуск. Сказал, говорит, минимум года два еще. В основном так и говорят, да? Ну так я так... Краем уха вчера новости услышал, так телевизор уже не включаю, ну и к черту эти новости, потому что сказали, что надо вопрос этот решить до выборов президента российского, а это будет в 24-м году, то есть через два года. Опять сходится. Потому что если его переизберут, неизвестно, как оно... Да то все. Да, что оно дальше будет, следующий может плюнет на все это. На Лаврова посмотришь, старый уже, вот, уже походка старая, фигура старая. Да не, ну хоть уйдет держится это... молодцом, голова у него, слава богу, в порядке, так это главное. Я говорю, уйдет это поколение, а кто придет? Да ну придут такие, какие-то. В Украине пришли. О, пришли, да, клоуны, да, матом не хочется. Нетрадиционная ориентация половина. Такие типа Ляшко вот тут. Ляшко, да, Луганский, этот. Луганский, Данилов Луганский. А, ну, да, хлопцы-то да, наши, видишь. Данилов Луганский же. Да, Доброслава соратник. Да, да. На все времена. Встречался как-то с ними в 90-х. Ну о том как-то лучше отзывались как-то. Ну его и убрали. О каком? А Доброславе. А, ну, не, ну как? Точно так же, как он Владимир Струк. Тоже же. Да. Бандит, а для юбилейного сколько сделал. Я его тоже лично знал. Мы с ними переписывались, и когда он в Крыму был, и когда на островах, когда вся эта ерунда началась. Пока его не убили. Вообще ужас. Как бы кто-то сказал, что вот такого вот идет. Я сколько раз уже говорил, если бы моему деду сказали, да, что такое будет. Если бы он был.